Собирай стрелы, бонус. Это... В этом, в арсенал. Соколиный глаз, блядь. Сколько ты взял с собой стрел на битву? Против нас выступает что-то 40 тысяч врагов. Сколько ты стрел взял? 8. 8. Против нас 40 тысяч врагов. Ты взял всего 8 стрел? Я убил целых 8 врагов своими 8 стрелами. Скажите мне спасибо за это. В Шиноби-то? Да. Такое могло быть в Шиноби. Да ну вот за что сейчас задамажили-то меня? Вообще же несправедливо. Да ну как с ними драться-то, блять? Они просто подходят и все. Я хуй увернусь. Чего? Да пошел ты. Да пошел ты, геймплей. Прекрасный бой. А удары сегодня будут проходить? Да? Это норм. Когда не знаешь ни хера, получается пройти. Как только ты начинаешь вникать в процесс. Все, блять. Да ну попади ты! Блять, ты чё издеваешься? Типа, блять, в череп, сука. Ну и почему-то не перепрыгнул. Сика. Я не буду прыгать. Конечно. Да. Роскошно. Пошел вон. Окей. Окей. Да иди ты нахуй, хоть ты стреляешь, блядь. Заебал. Пожалуйста, умри. Мне нужно очень пройти этот уровень. Фух. Мы прошли без потери конта. Прекрасно. Но с этим боссом мы вряд ли справимся в одну жизнь. Хотя, в 2 хп справились. Ладно, окей. Да, вот эти вот вставки, это прям... Ну, это клиффхейнгер. Скалолаз.
Они вообще ничего не меняли, такое ощущение. Даже движок тот же самый, мне кажется. Может сразу слиться? Или мы такие возьмем, короче, и пройдем. Да не, клиффхенгер. Бум. Давай, давай. Нехеру. Просто нехеру. Да ну я ж нажал. Чё ты не присел? Быстро. Быстро ты упал. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Знаю эту вашу машину. Давай, давай, пойдем, пойдем. Не надо. Можно... Блять, отцепись нахуй! Ты чё, угораешь что ли, блядь? Пол жизни, по-моему, блядь, снял мне. И это еще что? Это чувак из машины бросил? Он же охерел? Да и... Точила, стой! Поймаю тебя. Бля, он что, мне жизнь снял? Тем, что попал в меня один раз. Вот гнида, блин. Давай, слезай со стола, сука. Да, ну нечестно было. Нет. Просто нет. Через стулья вы перепрыгиваете, нет? Да ну чё это? Пошли вон. Жизнь мне, конечно, не дадут, да? Ждать не стоит. Да я прошел уровень. Ого. А в чем смысл этого уровня? Бесить людей? Как обычно? Ну давай я буду просто сидеть аккуратно и пиздить людей. Пожалуйста, можно мне их на голову не скидывать, этих чуханов?
Да. Сука. Сучий вертолет. Ты чё как нахуй въебу ногой, блядь? Ну спустись, давай, я тебе въебу. Да ну конечно. Чай! Хочешь чай? Что? Вертолет задымился от того, что я убиваю чуваков. Окей. Ты, блядь, серьезно? Игра. Игра, завязывай. Завязывай с этим дерьмом. Чем вы отличаетесь, не пойму. Какие-то стреляют, какие-то не стреляют. Да, лучше уж так. Да, ты чё издеваешься? Блять, ты ещё и два дамага мне нанёс. Да вы чё, охуели? Алло. Пацаны. Хорош. Да, блядь. Не, сука, стрелять, потому что я на определенной дистанции. Да, блядь, ну в смысле? Ну почему сейчас жизнь-то улетела, блядь? Он даже подойти не успел. Ну, игра. Не души. Ну поняли, это говно, да. Пиздец. Похуй. Видишь человека, блядь, он идет на тебя, блядь. Ты его просто бьешь ногой, но он это. А ему похуй, он идет. Он. Насрать ему. Почему сейчас был удар такой, а не такой, какой я хотел, блядь, убей. Да иди ты нахуй! Тупость, блядь, какая-то. Сука, вот, блядь, одно хп, минус жизнь. Что это? Шах и мат, худят. Чего? Со мной пойдете? Нет, нет. Здорово. Спасибо за жизнь. Да ну, блядь, брось. Чего? А, ну да. Я забыл, что в этой игре есть смерть. В этом фильме есть смерть. Рипер. Рипер пошел в кино людей убивать, блядь. Ребят, это конец игры. Понимаете? Да дай ты, блядь, жить возьму, заебал. Это конец игры. Пожалуйста. Давай не умрем. Это конец фильма, я точно помню, что это конец фильма. Мы опять деремся с этим чуваком ебанутым. Бля, пожалуйста. Что-то еще будет? Well done, you have stopped the evil stop. На куражах хоба. Это лучшая концовка. Ре-ре. У-у, кто лучше? Что происходит?
Спасибо, Дизи Краб. Спасибо, Ферс. Спасибо, Броди Макс. Спасибо, Мил Серж. Спасибо, Митя. Наверное. Наверное, это был Джиджи. Ре-ре. Что это такое? Ку-ку? Чего? Спасибо, Боссман. Спасибо, Скорпион Геймер. Ты говорил долго? Ну долго? А сколько мы проходили? Ну час. Долго ж. Спасибо, Достальчик. Да, ге-ге-ге. Это г. Ге-ге. Я думал, это ре-ре. Ну что такое? Игра дичь лютая, серьезно. Особенно если, ну, не понимать, что, ну, драться с каждым врагом — это себе дороже. Ты если начнешь всех бить, мне кажется, ты хер игру пройдешь. Потому что с врагов, я так понимаю, ничего не падает. Спасибо, Даффи. Спасибо всем за жижи и куражи. Достальчику тоже спасибо, если я не сказал. Спасибо, Марио Карт. Ну, как, в общем-то, и большинство.